осень, холодно. А перцы-то растут? Они не только растут, они у нас еще и созревать пытаются. Я начну вот с этого красавчика, который называется Аллар. Очень красивый. А я соберу перец тавиньяна. Красавцы увесистые и вот чуешь, толстостенные. Это ливадия. В открытом грунте не огромный, но урожай приличный. Сколько перцев на кусте? Даже неудавшиеся, совсем крошечные маленькие плодики и то умудрились каким-то образом созреть. Яркие краски в пасмурный день. Так радуют. А у нас, между прочим, баклажаны цветут. Не просто цветут. Они еще завязываются и растут. Снимаем последние плоды. Все, от растений нужно избавляться и срочно заправлять грядки. Интересненький такой. Это наш последний урожай. А ты думаешь, вот это вот не вырастет? Ты будешь еще в ноябре собирать урожай баклажан? Брокколи у нас плодоносит непрерывно. Гибрид Маратон. Это самая полезнейшая капуста из всех существующих в мире. Называется она кейл, кале, русская капуста, как хотите. И это капуста Red Boar с красными листочками. Очень красивая, но она жесткая и невкусная. Эти листочки отлично подходят для заморозки. Зимой достаете в борщ или овощной рагу. Вот тогда они более или менее вкусные. А эта капуста мне очень нравится. Ее даже можно в салатик положить. А уж в первых блюдах она просто идеальная.